лет. Сейчас в защиту очень многих коллег по работе, а именно, как любят их называть некоторые недалекие люди, офисного планктона, мы выполним одно упражнение, чтобы доказать всем остальным, что мы тоже кое-что можем. Итак, поехали! Вот так вот. Давайте, если кому интересно, устроим скоростной челлендж. Кто сделает больше, или кто сделает хотя бы столько же. Всем удачи, пока.